Изначально вечерние школы создавались как учебные заведения для рабочей молодежи. То есть там обучались молодые люди, которые при этом трудились на производстве. Подобная тенденция со временем утратила свою актуальность. И в вечерней школе уже давно учатся дети, по тем или иным причинам не успевающие в общеобразовательной. Поэтому это звено в системе образования было решено упразднить. В настоящее время в нашей стране вечерние школы существуют только при Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний. В 2021 году было принято решение о реорганизации вечерней школы. И сейчас вечерняя школа путем присоединения организована на базе школы номер 15. Также существуют классы 8, 9, 10 и 11 класс. Здание вечерней школы, которое было закреплено, сейчас рассматривается вопрос администрации города и со временем будет переведено, ну, я так предполагаю, что это будет здание отдано тоже системе образования под центр содействия. Вы знаете, что центр содействия – это тоже организация, которая у нас создана на базе учреждения образования. Оно существует для детей с особенностями в развитии. И я считаю, что это очень большая работа. У нас проводится ПМПК на базе центра содействия. Очень большая работа проводится с детьми, которые требуют еще дополнительных занятий. Психолога, дефектолога, социальное сопровождение. Поэтому это будет очень разумно, когда эти детки будут заниматься у нас еще дополнительно.